Неунывающий герой белорусского народного фольклора по имени Нестерка вместе с деревянными скульптурами, живописными панно, керамикой, чеканкой совершили уже не одно кругосветное путешествие. Более 400 медалей и дипломов получили эти работы на различных всесоюзных и международных выставках художественного творчества. И вот они вернулись домой, в Бобруйское ГПТУ номер 15, училище, которое вот уже 20 лет открывает нам новые имена талантливых мастеров-керамистов, чеканщиков, инкрустаторов, резчиков по дереву и камню. Вначале это было обычное профессионально-техническое училище, выпускавшее специалистов со средним лесотехническим образованием. И только настойчивая, по-настоящему творческая работа педагогического коллектива, стремление сделать больше, чем того требуют учебные программы, позволили создать первое в Белоруссии ГПТУ с художественным профилем. А сейчас добрая слава о Бобруйской художественной школе приводит в ее мастерские ребят со всех концов страны. Здесь мир искусства окружает их повсюду, в учебных классах и библиотеке, в столовой и холлах общежития. И что особенно ценно, все это под руководством педагогов создано руками самих учащихся.